Всем привет. Короче, вчера случилась такая жесть. Находился дома, работали рабочие у меня, ну, небольшой ремонт. Тут они вышли покурить, возвращаются и говорят, что возле дома на парковке с крыши упал человек в машину. Думаю, ё-моё. Вышел посмотреть, оказывается, он упал на мою машину. Сейчас пойду посмотрю, я что-то вчера вечером смотреть не стал. Потому что это была, ну, это была жесть, блядь. Это куча крови. Ой, короче, зрелище не для слабонервных. Сейчас пойду посмотрю, что там вообще как средь бела дня. Ух, ёпсель, блядь. Короче, вот она, лайба. О, номер весь перекрутила, блин. Что, здесь вчера лужи крови были. Тут уже все смыли дворники. Короче, мужик упал то ли 16-го, то ли 17-го этажа. Мало того, что принес горе своим родным и близким, большой грех перед Богом совершил, так еще и мне, незнакомому человеку, мне геморроя подкинул. Ой, блин, вот такие дела. Так, ну внутренности машины вроде не пострадали. Движок цел, вроде ничего не деформировано, бачок тоже, даже кровяка еще осталась, бляха. Надо ж тебе было, дружище, так, а? Ё-моё, блядь. Что, погнулся радиатор? Не знаю, что там исправил, нет, бляха, еще. Фары целы. Что-то я думал, фары разбились. Короче, как сказал один философ современности, безвыходных ситуаций не бывает, есть не найденные выходы. А это вообще не выход. Это прямая дорога в ад. Если вы верующий человек, то вы понимаете, о чем я. Ладно, буду смотреть, что-то как.